Продолжается 30-й тур Мелбет первой лиги в нашей необъятной стране. Встреча в Красноярске, в которой местный Енисей будет противостоять челнинскому КамАЗу. Пока счет в 30-м туре не открыт. Енисей выбыл из кубка, как раз проиграв КамАЗу. И тогда, кстати, завершал встречу в меньшинстве. Был удален Валерий Кичин. Один из опытнейших защитников. У нас тут продолжение. Опять та же самая часть поля. Левая его половина. Выдвигается Вячеслав Бардыбахин. И зарабатывает угловой. Подача. И вкатывает. Таки вкатывает мяч. Бесхозный Андрей Окладников. Ворота с близкой дистанции после скидки партнера. Счет открыт. 26-я минута. Енисей распечатал таки ворота соперников. В данном случае можно сказать во множественном числе, учитывая, что они не забивали в двух последних матчах. Ну, это, насколько я увидел, Херман Феррейра. Центральный защитник сумел так удачно подправить мяч. Но сейчас, получив передачу, Александр Ломакин не решился там обострять. Вот сейчас Марков внутри штрафной площади. Касание руки. Все-таки увидел судья, но какую-то паузу он взял, может быть, посовещавшись с своими помощниками. 40-я минута на исходе. Нет, не справляется Окладников. Плохой из него сегодня пенальтист. Мамин разгадал удар. Разгадал замысел. Гаглоев. Рустамян. Вот. Что-то похожее на угрозу воротам. Тут все камазовцы видели касание и угловой. Ахмедзянов дает инструкции последние, но будем говорить о новых хабаровстах позже. Пока угловой и снова голевой. Угловой. Они опять забили после углового. Андрей Окладников празднует забитый мяч. Кто-то из его команды сейчас там с гримасой боли на лице. Ему нет до празднования пока. А это Марков. Ну и супер возможность, которую не мог упустить Александр Гаглоев. 2-1. Мяч к нему отскочил, и он этот мяч уложил в ближний угол уверенным ударом. Да, вот что значит атака позиционная в 12 полевых. В ней как раз и поучаствовал Алексей Мамин. И надо же такому случиться. Была уже готова замена Гаглоеву. И вот последняя атака КамАЗа. Ставер выручает своих. Ведь это был реальный шанс забить. Это был реальнейший шанс КамАЗа сравнять счет. В итоге спас победу для своей команды от ничьей вратарь Евгений Ставер. Вот так все повернулось, а могли бы забить енисейцы и побольше, но это тоже победа.